Товарищ старший прапорщик, рядовой Бах по вашему приказанию прибыл. Мне за дверью подождать. Чего подождать-то? Ну, пока вы разденетесь. Не понял. Ну, хотите, при мне разденьтесь. У вас мазь есть или вазелин? А то без крема больно будет. Бахвит! Я из тебя биткоина сделал, понял? Массажист, отдей, блин! Я тебе, блин, ты у меня сама! У нас с вами часть вторая. Цехайз для работы. И все до 19.30. Все понятно? Товарищ старший прапорщик, а что у нас будет после 19.30? После 19.30 у нас будет 19.31. Ясно? Ну, что в мире происходит? Да все по-старому. Куры несутся. Путин президент. Запомните, усы – это грязь, блохи, мыши и крысы. Все ясно? Так точно. Мама, арабы такие же люди, как мы. Две ноги, две руки, посередине жесткая голова. Ну, все. Ну. Сынок, ты что здесь делаешь, а? Нахожусь. Какого хуэт самое ты тут находишься, а? К тому же, теперь мы с тобой будем совсем рядом. Можем видеться хоть каждые выходные. Ну, можем. Осталось только командира части предупредить, что меня по выходным не будет. А тебя ругать не будут? Не, не будут. Только расстреляют немножко и все. Серьезно, ты что? Рядовой Нелипа Денис Анатольевич. Я. Нелипа, а береза. Движения легкие, размашистые. Вот так. Вот. Ну, вообще-то он уже был треснутый. Медведев, я тебе... Ёбарасы-то. Так, это у кого такая струя, а? Товарищ прапорщик, это целиком и полностью моя вина. Это у тебя, что ли, такая струя? Да это я швабры. Ну, ясно, что они пиписькой. Так, начальник службы ГСН. Сейчас, сейчас! Не кричи. Ой, извините, ну. Вот, к примеру. На территорию роты проник неизвестный. Ваши действия? Остановлюсь, прошу цель прибытия. А он не останавливается? Позову, вызову дежурного по роте. А если он и тогда не останавливается? Позову второго дневального и силами наряда остановлю нарушителя. А если он и дальше идет? Значит, он терминатор. Завтра, товарищ лейтенант, будет завтра. Ага, а послезавтра, послезавтра. Да, Шутко. Шматко. Шматко. Какая разница? Это лейтенант Шпарко? Шматко. Я помню. Угу. Вызывали, товарищ капитан? Да, Шматко. А, Шматко. Шматко. Свободен. А, пошел. Шматко. Шматко. Ага, да, я побежал, я быстро. Шутко. Шматко. Я понял. Ничего, ничего. Шарко. Шматко. Неважно. Понял. А зачем с ними общаться? Шлепко. Так. Шматко. Да неважно. Нормально. Так точно. Нет, а вот... Ну, вместе с лейтенантом Шлепко. Шматко. Неважно. Шкурко. Шматко. Ну, я понял. Я уже привык. Молодец, Шкурко. Шматко. Да это неважно. Да и хрен. Прапорщик Шлепко. Шматко. Да я помню. Бывает. Давай, приземляй свои бобки куда-нибудь. Товарищ старший прапорщик, а у него сейчас задница самое больное место. Почему? Да чирь у него там. А у тебя что? Зуб? Так это ты, что ли, его за задницу укусил? Так отставить все, а? Фамилия? Рядовой Скрипка. Как у тебя фамилия? Рядовой Скрипка. Скрипка? У тебя все в роду музыканты, что ли, были? Да почему это? На фабрике работает. Ну правильно, на фабрике музыкальных инструментов, да? Нет, на полиграфической. Ну, правильно. Ноты печатают, да? Mm. Это что? Заявление по собственному желанию. Да, квартирка у вас, Павел Наумович, говно. Ну, в смысле, хорошая. А,
Гитлер? Оберштурмбанфюрер СС. Битте, это самое, садитесь. Хер, куда шел? Das ist nicht schlimm, meine kleine Puppe. Ja, ja, das ist fantastisch. Отстой. Прекратить смех. Товарищ капитан стал жертвой... Да, фашизма. Отставить. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Не думай о секундах свысока. Шматко. Все, ага, все, ушел, все. Мама! Мама, здрасте. Да. Куплю обязательно. Зайду, да. Мам, косточку взять, хорошо? Вы какой будете? Баранью? Все, до свидания, мам, до свидания. Какая у тебя там кликуха-то была? Небось, Самсон? Да нет. Вы все равно не угадаете, Гагарин была. А че Гагарин-то? Юрий Алексеевич, потому что Гагарин. А, ну, ну ясно, конечно. Ну, расскажи, Гагарин, а за что ж тебя поперли тогда из штаба округа? Давай, давай, колись, Гагарин, куда залетел? Там не я залетел. Баба одна залетела. О, опа, это уже интересно. Че ж, Гагарин, скафандром не пользовался? Попал я на нее. Третье, самое главное. Оно способствует понижению веса. Веса. И тонизирует мышцы. Понимаете? Мышцы. Ну и что? Да ё-моё, ну как что? Вы извините, Виктор Романович, вы же у нас, так сказать... Пошёл вон из кабинета, Шматко. Виктор Романович, извините. Не, я не хотел сказать, что вы жирный. Так, слушай, ты у меня сейчас по лбу огребешь, ей-богу, я говорю. Думаю, что марш-бросок на 10 километров с полной выкладкой поможет нам выявить этого затихарившегося импрессиониста. Это я, товарищ капитан. Ты? Так точно. А почему сразу не вышел? Товарищ капитан, он рукой за мой ремень зацепился. Отставить смех! Спокойно. Кто кошелек потерял, а? Я подошел к продавщице. Я говорю, товарищи, кто потерял кошелек? Кто потерял? Ровно гора на весь магазин. Говорил, кто потерял кошелек? И никого. Потом ко всем покупателям подошел. Товарищ, вы потеряли? Да. Женщина, вы потеряли? Нет, вы не теряли? Все. Какие могут быть вопросы? Как можно было протерять, блин, 6 ламбрикенов? 6! А если бы на нас напали, а мы без ламбрикенов, блин? Товарищ майор, там ЧП в караулке. Пропали эти. Как? Че пропало, Шматко? Ламбрикены свизпресс украли. Лам... Медленней! Ламбрикен... Ламбрикены. Ищи! Посмотри повнимательнее! Где ламбрикены, спроси! Где ламбрикены, спроси! В смысле... Ну, типа, это самое, если так сказать, все.